И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы проводим клубные соревнования по ловле на плавочную удочку. Детские рыболовные соревнования. Клубом Белое озеро. Оставайтесь с нами, будет интересно. Кто не получил номер? Все участники здесь, да? Все участники собрались. Сейчас скажут все. Ну, да. Сережка. Итак, у нас регламент такой. В 11:40 сейчас мы открываем соревнования. Поскольку жеребьевка у нас прошла, то вход сектора будет чуть-чуть раньше. По сигналу. Первый сигнал будет. Вход в сектор. А сейчас вы все разберетесь. У кого подальше, мы дадим время, чтобы вы дошли до последнего сектора. И даем на это где-то минут так 20. Вы поставите свой стульчик, ведро, разложите удочку. И готовите прикормку там. Все готовите. После этого ровно в 12 будет сигнал старта. Вы начинаете закармливание рыбы. Вот сейчас пока кормить нельзя. Вы должны только разложить, настроить удочку, определить глубину. Понятно, да? Сообразить, куда у вас плывет поплавок, что и как, куда вы будете кидать прикормку. Вы помните, куда кидать надо? Чуть ближе поплавка, да? Да. Вы уже наделаете шариков, все это вы уже замочите, прикормку. В 12 часов будет старт. Слушайте. Ровно 2 часа мы ловим без 5 до конца ловли. Это будет без 5 час. Будет сигнал. Не лучше за 15 минут до финиша. Будет сигнал последний. За 15 минут до финиша. Потом награждение победителей. Повернитесь. Так, я считаю, что наше соревнование мы подготовили. Оно начинается. Сейчас все расходятся по секторам. И ждите сигнал старт. Значит, что вы сейчас делаете? Ищите свой сектор, ставите стул, удобно устраиваете, ставите колышки, расставите удочки, промеряете глубину. А наживка? Наживку... мы дадим наживку сейчас. Сейчас я сходим по коробочкам. А рыбу? У кого есть своя наживка? Ни у кого? Участники разбежались по секторам. Так, держи. Вот, с той стороны. Вон он. Наживки есть, да? Что полные наловили? Вы пойдете посмотрите, там у кого нет прикормки, первые уловы.
по-моему, первый. Нет, все еще впереди. Вот какой червячок. Маленький. А большой? Рыбки его. Червь. Этот большой. Большой. Ну что, дальше? Руки не держали, потянись. Самый старший участник. Здравствуй. Что надо, скажи? Я на видео вас снимаю, на видео. Все. Лови рыбку большая, прибольшая. Соревнования окончены. Финиш. Заканчиваем соревнования. Серег. Достаем снасти из воды. Все, Егор. Сматываем потихонечку. Сейчас будет происходить взвешивание. Давай. Проводи. Да, все, дальше на месте. Они топливают. Блин, зря я всю воду выдал. За голову. Два. Третий где? Ага. За хвост он не вытащит. Давай. Давай, Дани. Мелкий. Ерши. Так, это у нас... Крючку. Да, нет? Да? Нет. Отличненький лёгочек. Ёрш, да? Ёрш. 45-50 грамм. Все по-честному, без обмана. Лёш, запомнил? 50 грамм. Вот мы её в одно ведро потом всё выльем, а то их по снету выбрасываем. Она у тебя не там? Она в садке. В садке? Доставаем. Печка. Так, третий свет, да? Это свет, да. Да. Давай. Живой. Ну, давай, 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 снимай, снимай. Садочек, лесочек, тогда, да, потом подойдет. Вот он, блин. Вот он, вот вешивание. Нет, просто вот так, а теперь повесить. А можно сейчас нести? 25. 25 грамм. А можно ли сейчас нести? Дальше кто есть? Пятый сектор. Пятый сектор. Кто? Ничего. В купе ничего нету. Ничего. Шестой сектор. Тоже ничего. Одна штука. Ну, рыбка там тоже клика. Значит. Нет, не, у него там что-то более. Окунь у него. Да. Мой сектор. Слушай, ну давай. А? Сейчас. Мой сектор ноль. Подожди, подожди, сейчас твой окунь. Спортивный. Ого. Сколько? 55 грамм. Уклик сколько весит? 25. Все. 55. Домой. 10. 3. 10 сектор. 3 штуки. 10 сектор. 3 сектор. Так.
Это кто здесь рвач? Здесь Петя Сыпкин. Вон он идет. Буклейка, да? Это грамм подходит. Одна дохлая. Нет, она сдохла потом. Вы не думаете, что я дохлая? Я знаю, которая заглотила. Подождите, она сдохла, она уснула. Она спит. Она спит. Я зацепилась, наверное. Сарука. Ты кончился. Он микрограмм вешает. 65 грамм. На 10 больше. 12 сектора. А ну как это зовут? Блин. 30 на 5 грамм больше. 35. 30 ветер. 35. Ветер 5 грамм весит. Уклейка. Все, уклейка? Все уклейка. Ну, мне кажется, 4 совсем не грамм. А у меня была одна поклевка. Одна поклевка, я тебе... Где-то взорвалась 200 грамм. Ну, я ставлю на 100. На. 105 грамм. О-о. Заявка. Заявка. Я знаю, где больше поймать. Кто рвал? Пока наш лидер. Заявка. Серьезно? А, что там, что там? Уклейка. А, это Кирилл, да? А рыболов? Нет. Вот, вот рыболов. Он рыболов. Тоже заявка. Килограмм. 45. Рыболов? 50. 50 грамм? 45. 45 грамм. Мы это вместе с пакетом взвешиваем. Поэтому всех, все нормально. 50, да? 45-50. Ну, там 45-50. Давай еще раз контроль. А там какой был? Да, рыба большая. Там а там? Там большая и туда. Ну-ка. 22. Ну-ка. 22. Ну какое? 100 рыболов. 16 сектор. Нет. А кто? Егор Тяпов. Я. Хранительная. Кто там? Кто там за рыбу? 22. 80 грамм. 80 грамм. Одна рыба. 22, 80 грамм. Наверное, я буду. Это ботва. Так. Нет, он может заработать за самую большую рыбу. Где? Так, да. Вон, давай, клади, клади, клади. Леш, ты просто не обгрузил, накидал. Где? Вот, а что, это сектор какой? Сектор какой? 18. 18. Кормила и грузила. Потом вешал. 120. 120. 120 победил. Ты победил Глеба. У него 6, а у тебя одна. Больше, чем... Отпускаем. Выпускай. Выпускай. Блин, я так ее. Дальше кидай, дальше. Я так мучаю. Дай на середину. Давай, давай, давай. Вон так. Все, отпустил. Он ее в карман сунул. Здорово. Одна. Там одна. Да. Сейчас идут туда поедем? Да. А у нас папа еще за клейка. Бегучие. Сколько? Хорошо, все равно у нас там перегрузка. Нету больше. Давайте. Это твоя? А я вот такое. 40 грамм. Света, ты будешь победить за самую маленькую рыбку. Нет, мне, а это твоя рыба? Нет, у меня 25 грамм была. Это у меня было. Кто же выиграет? Да. Такой сладок мощный. Мощный? Да у него за самую большую бутылка. Какая рыба? Плотва. Раз. Два. Лезет, да? Нет, все. Три. Четыре плотвы. Там какие плотвы? Больше нету? Так, это... Нет, все, нет. Да? Сектор номер три. Да. Четыре плотвы. Это мне хаос. Нет. Это я так.
А кто здесь ловил? 205 грамм. 205! А кто ловил? Ровно на 100 больше. Максим. 205. А где Максим? Максим. Вон он стоит. Вот он стоит. А, ну подожди, понятно. Ну, Максим. Пока. 205. Поздравляем. Заявка точно. Нет. А у Тихомирова какая плата? У него второе место. И еще самое крупное. Да, самое крупное. Еще два есть. Ну, это у Тихомирова. Да, да, да. Он получил второе место и самое. Так, Максим, что это? Просто легче Максим. За что идет? Награждается легче. Ну, за первое место. У нас получают те, кто бережно отнесся к природе и к нашей ихтиофауне, это называется, рыба, которая здесь водится. Рыбу кормил. Кто покормил рыбу, да. Всем привет от рыбы. И мы поздравляем вас с участием. Каждый получит значок и специальный приз, грамоту за активное участие в наших соревнованиях. Так, подписку. Качук Григорий. Качук Григорий. Поздравляю. Хлопаем. Сорокин, слава. Жамалакова. Явкин Илья. Явкин Илья. Явкин Денис. Воронин Андрей. Прохоров Алексей. Сорокин Федор. Нет, Сыркин. Сыркин. Сыркин Федор. Федор. Киселева Анастасия. Григорьевич Мария. Ну, это ладно. Так, это сильно хлопаем. Вот сильно хлопаем. Григорьевич Мария. Матулевская Александра. Матулевская Александра. Хлопаем. Матулевская Анастасия. Мулаева Анна. Да. Это я. Мы все знаем. Это приз самый неожиданный уловки. Приз за самый неожиданный улов получает Щелков Матвей. Он поймал самого себя. Покажи улов. Улов покажи. А руку пожать, Одиннадцатое место. Так, одиннадцатое место. За одиннадцатое место награждается Гайдукова Светлана. Десятое место. Мулаев Сергей. Он нашел десятку призовых мест. Ермаков Александр за девятое место. За самого юного. Девятое было. Девятое место. Нет, за самый юный. Самый юный участник наших соревнований. Кирилл Вересов. Вот он. Хлопы! Подарок. Спасибо. Здрасте большой. Седьмое место. Грамоту получает Прохоров Данил. Шестое место. Юрлов Алексей. Юрлов. Юрлов.
Пятое место. Награждается Сыпкин Петр. Так, давайте ведь грамот. Диплом! Диплом за третье место получает Щелков Глеб. И приз, почетный приз. Удочка и набор. Молодец. Диплом за второе место награждается Тихомиров Алексей. Да, лучше там. Надо все, я знаю, какой будет. Диплом за первое место. Награждается Липчиков Максим. Улов какой я хочу обозначить? В граммах, пожалуйста. 205 грамм, 4 плотвы. 205 грамм, первое место. 4 плотвы. 4 плотвы. Батвы. До следующих. Все, спасибо. За самую большую рыбу приз и грамоту получает Тихомиров Алексей. Ура! 120 грамм платва. Спасибо. Товарищ участник. Я хотел сказать, что все, кто хочет научиться ловить рыбу, теперь вы можете приходить в клуб, все спрашивать. У вас обязательно будут наставники, кого вы захотите. Мы покажем все. Следующее соревнование будет по карасю. Сейчас начнется ловить карась. И мы будем ловить. Вот сейчас мы ловили на воде, на течении, на реке. Следующее соревнование будет в настоящей воде, и мы будем ловить карася. Там другая оснастка, другие способы ловли. Кто хочет поучаствовать, пожалуйста, приходите, вы научитесь ловить карася. Будем всем рады. Сюда.